Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина провела в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Одинцовского округа прием граждан. Встреча была приурочена к 21-летию со дня образования партии. В ходе приема было рассмотрено несколько обращений жителей Одинцова с просьбой о выделении им материальной помощи. Все обращения были приняты в работу и взяты на депутатский контроль.